Берзаверс же. Ван Шайфер не смогли реализовать свои броски. МГПУ закрывает первые два очка. 25 номер Панишев Алексей. Так, и 44 номер Лепилин Станислав. Скоординировал своего игрока по кольцо. Героев бросал. Не попал. Очки второго шанса. Костерин Михаил реализует. Опа! Это трет Байматова. Супер, с дриблинга прям. Подобрал. Опа! Перехват Лепилин. Мало, мне кажется, забирает после Байматова. Подбирает мяч. Да. Хороший пас. Два очка. Легкий, быстрый отрыв. Голев Матвей завершает. Да. На ногах успевает. А это три из угла. Неужели? Давыденко. Так недоволен своей командой, говорит, можете ли выбежать. Хороший Апенандер забивает. Ислам Байматов. Забили три. Заверс. Ух ты! N1 в стиле. Да. Три очка в одной атаке. От массажа мало. 35 номер. Хороший проход. Супер. Руслан забивает. Уверенно начали обе команды. Хорошее противостояние показывает нам. Болельщики Берзаверс меня очень радуют. Умеют они поддерживать свою команду. Видно, что не безразлично им это. Руденко на Героева. Героев 20. Да. Есть такое дело. Забивает Героев. Уверенно. Но не завершил. Кольцо. Руденко. Реверс. Супер. Догоняют. Берзаверс. Героев. Почти перехватил мяч. Муса Джамал. Супер. Не попал в штрафные. Давыденко. Давыденко лезет в кольцо сам. Хороший проход. Но товарищи молчат. Ой, ну это фирменные проходы Мусы. Против них. Это дает свои плоды. Так. Из угла три очка забил Панюшев. Джамал. Хорошая скидочка. Все стягиваются на Джамала под кольцом. А там. Сам ли будет решать? Матом закатывает мяч. Ставился игрок Берзаверс. И два очка заслуженно будет сейчас. Пол еще, да. Молодец, поймал. А вот и ответный N1 от Лепилина. Байматов под кольцо. Уверенно. Байматов. Второй там. Байматов забивает. Филин. Готовится замена. Снова Лепилин забивает. Байматов. Забивает. Три. Костерин. На Давыденко. Ой, отсюда. Давыденко забивает. Радуется команда.
Космонин! Только вышел, сразу забил. Первый попадает. Первый есть. Жама флоутером забил. Молодец. Героев. Снова на него же. Дэлван забивает. Героев. Лепилин, третий фол. Тупи. Играет после передачи Бальматова. Хорошая передача от Байматова. Героев, молодец, Алексей, 2 очка. У Лепилина 4 командных замечания, 4 персональных замечания. Сажает его на скамейку. Байматов забивает. Так. Решетников. Второй там. Космоне. Байматов. Приятелями, замечаниями, вышел снова. Байматов. Три, неужели? Ой-ой-ой, Байматов. Три очка на него. Рыбаков. С уклонением сложный 2 очка. Добивает. А Космынин там разбирается с тренером. Много неправильных решений. Решение принял Андрей. Тренер их указывает на это. 2 из 2. Байматов. 22. Лепида. Костерин, 2 очка. Лепилин из угла 3. Да, есть такое дело. Опять не успевает. Давыденко. Лепилин под... Красов. Наконец-то герой. Девочка. Бросок свой не попал с кольца. Замал, 2 очка, да. Героев, 3, наконец-то. Просыпается потихонечку. Потеря. Сам не попал, сам подобрал, сам забил. Героев из угла, 3. Да, 2 очка. Байматов. Героев на Лепилина, Лепилин 2, да. Да. Забивает Голев. Космынин вышел на последние 11 секунд. Радуется он очень сильно. Лепилин первый. Забил. Второй туда же. МГ.
ГПУ не защищалась. Косминин. Байматов. Три. Под конец.